Вопросы развития рыбохозяйственного комплекса, создания садов памяти, участие в разговорах о важном. Ряд поручений дал спикер парламента на встрече с депутатами и работниками аппарата Народного собрания. Заур Аскендеров напомнил профильным комитетам и о необходимости тщательно проработать подразделы республиканского бюджета на следующий год. Спикер парламента призвал депутатов в рамках своих полномочий проконтролировать эффективность использования финансовых средств, выделенных на ремонт электроснабжающего оборудования. Напомню, на эти цели республике выделили более 1 миллиарда рублей после того, как Сергей Меликов поднял эту проблему на парламентских слушаниях. Понятно.